Компания Microchip выпускает целый ряд складских средств своих микроконтроллеров, различающихся как по их возможности, так и соответственно ценовой категории. PIC-K3 или PG-6430 является последней версией молодежного семейства средств отладки PIC-KIT. Это системный программатор отладки, разработчики отладки плоды с использованием PIC-микроконтроллера, поддержка дисполнительных средств. Программатор PIC-K3 позволяет программировать системы практически все плоды контроллера с системным микрочипом, начиная от PIC-10 и 12, заканчивая от PIC-30 за исключением указанных себе UPS. Отличительные особенности PIC-K3 и системы программатора USB от PIC-K3. Средства разработки UPS версии B20 или более поздние. Программирование 512 кБ плейтайм. Поддержка микроконтроллера с напряжением питания от 1,8 вольт до 5 вольт. Расширенный диапазон напряжения программирования от 1,8 вольт до 4 вольт. Строительный монитор от короткого замыкания перемещения. Диод состояния. Питание активирует ошибки. Демонстрационные коды на уроке по использованию. Объект поставки входит в схему USB-программатора, USB-кабель и программное обеспечение. Последние версии программного обеспечения находятся в свободном доступе на сайте производителя.